Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать работу кассетной деки от компании Sony, модель TCK-490. Данная дека производилась в 1992-94 годах, имеет три головки, два мотора, может воспроизводить частотный диапазон от 30 до 19 тысяч Гц, имеет коэффициент детонации 0,06%, коэффициент искажения 1% и коэффициент сигнал-шум 74 дБ со включенной Dolby C. Данная дека имеет счетчик ленты в режиме реального времени с функцией остановки по памяти, имеет функцию программируемого поиска по паузам, функцию автоматического начала воспроизведения после обратной перемотки, ручную подстройку тока подмагничивания и очень эффектный трехцветный дисплей высокого разрешения. Давайте теперь произведем запись на кассету, и так как наша дека имеет сквозной канал, будем в режиме реального времени сравнивать входящий и уже записанный на ленту сигналы. Это сигнал входящий, красная индикация source. Это сигнал, уже записанный на ленту, зелененький огонек тейп. Сигнал входящий. Сигнал, записанный на ленту. Сигнал входящий. Сигнал записанный. Сигнал входящий. Сигнал записанный.
На этом у меня все. Спасибо за внимание.